Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта «Райский сад». Ну что, подошло время подводить итоги, и это завершающий отчет за сентябрь месяц. Сентябрь у нас оказался жарким, как никогда. Девочки очень спешили, скорость была потрясающая, просто не совместный проект, а Формула-1. Много финишей, много завершенных работ. Девочки пришли с хорошим результатом. Даже не одну работу многие смогли вышить, но а те, кто не довышивал какие-то работы, ничего страшного. Главное, что работы достаточно хорошо продвинулись, подросли, значит, они точно будут вышиты. Итак, приглашаю вас к просмотру наших отчетов. Итак, первый отчет у нас от Марины Черной, и это у нас и завершенная работа, и уже сразу оформленная в подушку. Получилось очень красиво, результат замечательный, подушка смотрится очень-очень уютной. Напомню, что это дизайн от Анны Кузнецовой, авторская схема. Использовалось здесь 27 цветов ниточек ДМС, размер в стежках получился 105x123, и вышивка это на ленте 27-го каунта белого цвета. Прекрасный результат, поздравляем с финишем. У Кристины Внуковой тоже случился финиш, и финиш еще какой. Работа большая, дизайн нестандартный, очень детальный. Это авторская схема Любви Воденниковой, называется «Книжная полка», размер работы 68x21 см. Кристина вышивала эту работу на австрийской равномерке этамин 25-го каунта через две нити переплетения. Основу красила сама Кристина в бледно-розовый цвет. Ниточки здесь СХС, в стежках 299x99. По техникам крест, полукрест, бэкстич, французские узелки, бисер и также 3/4 креста. Всего в работе использовалось 72 цвета, 3 бисера, ну и также были и бленды, которые Кристина не смогла все пересчитать. Работа получилась очень красивая, действительно масштабная. Надеюсь, что она будет оформлена, и Кристина поделится оформлением в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем с финишем! А вот еще работа и финиш, и оформление всем известный. Дизайн фирмы Dimensions, японский сад. Здесь у нас Аида 16-го каунта светло-голубого цвета. Использовала 40 чистых цветов и 7 блендов, смешанная техника. Размер работы 46x35 см. И вышивала эту работу и оформила Елизавета Хлёстова. Поздравляем с прекрасным итогом. Отчет Александры Боус. Во-первых, Александра отчитывается по дизайну фирмы Алиса «Солнечные мечты». Здесь у нас мулине фирмы «Гамма» 32 цвета, вышивка на Аиде 14-го каунта, все по набору. И размер будущего дизайна 30x40 см. В сентябре месяце Александра вышила на этой работе 6422 крестика и готова ровно 50%. Прекрасный результат. Работа пусть не завершена, но я думаю, что она точно завершится. Очень красиво и ярко получается. Ну и второй дизайн – это у нас чудесная игла «Аромат сирени». Размер работы 40x37 см. Мулине здесь также гамма 41 цвет. В наборе входит Аида 14-го каунта белого цвета, но здесь Александра заменила ее на Монику 28-го каунта. И на этой красоте, пишет нам Александра, добавилось 13100 крестиков и готово 79%. Вот так практически завершилась работа, чуть-чуть не хватило времени, но ничего, главное, работы вышились, какие они красивые. Поздравляем с хорошим результатом. Встречайте готовую работу от Ольги Водолазкиной. Это у нас набор фирмы Letty Stitch в стране грез, новинка этого года, артикул 959. Использовалась в работе 52 цвета мулине Encore,
Вышивка на аиде 16 каунта, сложность 4 из 5. Вышивается крестом в 2 нити, есть один бленд, немного бэкстича. Размер работы 44 на 29 сантиметров. И пишет нам Ольга: «Вот и готова моя мечтательница из страны грез. Она шикарная. К концу вышивки я осознала, что канва мне не очень понравилась. Именно она была на 70% виновата в не очень ровных крестиках и лишь 30% мое плохое зрение. А в целом очень понравился процесс. Занял 72 вечера, иногда дня. И уже отвезла на оформление эту работу. И вообще так получилось, что все работы, вышитые в этом СП, уже оформлены. Это какое-то волшебство, поскольку я уже очень давно ничего не оформляла. Спасибо, Юля, за такое чудесное СП. Я рада, что так все сложилось замечательно. Спасибо за участие и будем ждать оформленных работ в нашей группе ВКонтакте». Светлана Яковлева завершила свою работу. Это у нас схема торговой марки «Совиный лес», «Гуси и подсолнухи». Вышивала Светлана эту работу на основе Белфаст 770 цвета ниточками по ключу. Пишет Светлана, что закончила свой первый сэмплер, получила прекрасный результат и море удовольствия. Поздравляем Светлана с прекрасной работой. Отчет Натальи Аксеновой. Наталья вышивала в нашем совместном проекте дизайн фирмы Dimensions «Сладкий нектар», но это сборка магазина «Клубок желаний». Размер работы 30 на 30 сантиметров, вышивается на аиде 18 каунта. В наборе используется 43 чистых цвета, 13 блендов по техникам крест, полукрест и бэкстич. Пишет Наталья, что работу, к сожалению, не успела закончить, но очень рада, что начала ее и повышивала. И мы рады и благодарим за участие. Я думаю, что так как работа уже начата, она потихоньку обязательно вышьется. Татьяна Буркица, во-первых, завершила вот такую прекрасную птичку с банкой варенья. Это у нас набор фирмы «Жар Птица». Канва здесь гамма 14 каунта светло-голубого цвета. И используется здесь 23 цвета ниточек ПНК, 7 блендов. Есть крест, полукрест, бэкстич. И пишет нам Татьяна, что все-таки успела завершить эту красоту. Птичка готова, такая красивая, колоритная фотография получилась. Размер работы, напомню, 22 на 18 сантиметров. Очень ярко, очень здорово, поздравляем. И второй процесс у Татьяны, это у нас дизайн Dimension, сумеречный мост, но набор фирмы Amishop. Здесь у нас используется 42 чистых цвета, также есть бленды, крест, полукрест, полукрест в 2, 3, 5 нити, французские узелки. Ну и вышивка, конечно, на 18 каунте. Пишет нам Татьяна, что еще немного продвинулась эта работа, вышито достаточно много на самом деле у Татьяны в этом СП. Я думаю, что работа обязательно завершится, будем держать за нее кулачки. Очень красивый дизайн, желаем удачи. Отчет Татьяны Туровой. Как по волшебству Татьяны завершилась масштабная, очень красивая работа. Это авторская схема от Любовь Ющук. Здесь у нас используется 54 цвета. Называется дизайн «Коралловые розы». Вышивка идет гобеленовым стежком в две нити. Мулине СХС. Вышивка также на гобеленовой сетке 25 каунта через одно переплетение. Вот такая красота получилась. Очень-очень все получилось быстро и красиво. Поздравляем с результатом. Еще один финиш от Татьяны. Это бабочка дизайн Dimensions. Подбор у Татьяны. Вышивалась долго, но все-таки Татьяна завершила и эту малышку. Говорю так, потому что в основном Татьяна вышивает очень серьезные, большие работы. Ну и эта бабочка завершилась, и она очень-очень красивая. С хорошими результатами у нас пришла и Матильда в розовом саду. Это схема химеры. Размер работы 250 на 317 крестиков. Ниточки здесь СХС. Канва равномерного приплетения 25 каунта. Колмар. Гобеленовый стежок через одну нить переплетения. Здесь готово 80% работы. Совсем чуть-чуть не хватило у Татьяны времени довышивать. Ну и так, скорость-то очень-очень большая. Много вышито. Получается очень красиво. Особенно вот через одну нить
нить переплетения, детально, ярко, красивая кошечка. Будем ждать в нашей группе ВКонтакте, обязательно готовую работу. Я думаю, всем очень интересно. И еще одна работа Татьяны, которая тоже доросла до 70%, немножко не хватило до финиша. Это красавица под апельсиновым деревом, набор фирмы Лукаэс, вышивается на Аиде 18 аккаунта. Нитки здесь анкор, 48 цветов, без блендов, просто крестом в две нити. И вот такая красавица получилась. Красавица вышивается в пару, как второй красавицы. Я думаю, что вместе оформленные будут смотреться просто превосходно. Прекрасные результаты у Татьяны. Поздравляю с такими прекрасными финишами и продвижениями. А вот и финиши от Елены Классен. Во-первых, завершилась работа «Гордая красота». Это набор фирмы РТО. Размер готовой работы 25 на 32 сантиметра. Вышивка здесь на Лугане 28 аккаунта белого цвета. Мулине ДМС 34 цвета и 6 блендов из них. Техника крест 2 нити. Есть 1 четвертая и 3 четвертых креста. 3 цвета бэкстича в одну и в две ниточки. И пишет нам Елена. А вот и финиш. Процесс был легким, интересным, вышивалась с огромным удовольствием. Лицо, как и говорила, вышивала в одну нить. Глаза, брови и губы вышивала аппетитом. Получилось потрясающе. Лицо нежное, с красивыми переходами, а глаза так вообще живые. Не могу налюбоваться на эту малышку. Правда, я глаза немного доработала. Добавила кучу четверть крестов и 3/4 креста. Результат теперь очень нравится. Как же я люблю РТО, согласна, она получилась потрясающая. И вторая работа Елены — это стул с цветами фирмы Dimension. Старенький набор, старенький дизайн, но он очень милый, очень приятный. И пишет нам Елена, что тоже успешно завершила эту работу и, в общем-то, завершила все заявленные работы. Молодец, это, конечно, большого труда стоит, поздравляю. Представляю вашему вниманию работы Виктории Румянцевой. У нас здесь целых три финиша. Во-первых, это гортензия от фирмы Риолис, номер набора 1696, размер 35 на 30. Вышивка на Иде 14 аккаунта от Свайгард белого цвета, нитки Мулине Анкор, 26 цветов, техника крест в одну, в две и три нитки, полукрест в две и в три нитки. Пишет Виктория, что было очень интересно вышивать такой яркий дизайн. Это заметно, он вышился очень быстро, такая скорость, просто за несколько дней, мне кажется, что он вышился, но на самом деле чуть побольше. Но действительно, вышивала его Виктория очень быстро и смотрится очень-очень красиво. Второй финиш — это у нас подушка от Риолис, называется Ирисы, номер 657, из стареньких дизайнов, уже можно сказать раритетный, но очень-очень красивый дизайн. Размер этой подушки 40 на 40 сантиметров, вышивается на Аиде 10 аккаунта, нитки здесь шерсть акрил, 9 цветов, техника крест в 3 нити. Вот так все просто, но очень быстро тоже вышилось, я даже не ожидала, что получится довышивать и эту работу. Поздравляю! И еще один финиш от Виктории. Вот такая вот красивая красота, милота. Это дизайн от Норы Корбет. Вышивала Виктория на Лугане 28 аккаунта. Античный белый. Ниточки здесь мулине подбором. Бисера 3 цвета. Металлизированная нить. Вышилась быстро. Результат потрясающий. Поздравляем с прекрасными итогами в этом СП и в этом месяце. А вот и еще один финиш. Эту работу нам представляет Ангелина Орлова. Это у нас набор фирмы РТО. Вышивка на Аиде 16 аккаунта, но здесь Ангелина заменила на Мурана 32 аккаунта. ДМС 31 цвет, размер работы 15,5 на 16,5 сантиметров. Пишет нам Ангелина. А вот и финиш, завершила работу еще 12 сентября. Наконец-то получилось сфотографировать при естественном освещении. Процесс очень непростой, хоть и маленький по размеру. Ниток осталось достаточно, можно не экономить. Результатом осталась очень довольна. Действительно, очень красивая работа, разработка прекрасная. Вот такие маленькие дизайны часто оказываются, в общем-то, и коварными. Но все получилось. Поздравляю с прекрасной работой.
Также у Ангелины завершилась бисерная бабочка, очень красивый результат, хотя и в процессе были некоторые сложности, как нам пишет Ангелина, но самое главное, что процесс завершился и получилась очень красиво, достойно, красивая фотография. Более подробную информацию можно посмотреть на канале у Ангелины о всех процессах и ссылка, конечно же, в инфобоксе. И также Ангелина отчитывается по своим двум процессам. Во-первых, это Dimensions, восточное великолепие. Здесь в сентябре месяце прибавилось 562 крестика. На данный момент вышито 53%. Пишет Ангелина, что считает за время СП это отличный результат. В рамках СП работа продвинулась хорошо и будет ее дальше продолжать вышивать. Да, действительно хороший результат, просто чудесно. И это волшебный просто процесс. Я смотрю на фотографии. У Ангелины очень качественные фотографии. Можно рассмотреть крестики, французские узелки. И смотрю, любуюсь, конечно же, это восхитительный дизайн. А вторая работа, которую продвигала Ангелина, это у нас набор фирмы Риолис, знаменитые маки. Здесь у нас Аида Цвайгард 14 аккаунта, Мулине Анкор 9 цветов, металлизированная нить, бисер черный. И за сентябрь месяц прибавилось 610 крестиков, работа подросла до 20%. Это отличный результат, если брать в расчете, что процесс был отложенный, а тут в СП немножко продвинулся. Замечательный, получается очень-очень ярко, конечно, процессы все просто супер. Финиш от Илоны, канал Хвостатики. Илона также успела завершить еще одну работу. Это очень редкий старенький дизайн фирмы Dimensions. Мы в начале и Илона, и мы не знали, чей это дизайн. И вот обнаружилось, что это все-таки Dimensions. Очень интересная работа. Пишет Илона, что все-таки успела завершить. В сентябре дошивала третий фрагмент. Это веточка Вейгелы. Исправила ошибку на втором фрагменте. Зашила розовый цвет на листьях с зеленым полукрестом. Добавила блеска стрекозе и сделала на всей работе недостающий бэкстич. Вот такая красота получилась, потрясающая. Подробнее можно посмотреть, конечно, на канале у Илоны, там все показано с близкого расстояния, можно все рассмотреть. Поздравляем с прекрасным финишем и желаем, чтобы работа обязательно оформилась. Марина Лакиза отчитывается по набору «Панно в бразильском лесу» и пишет: набор фирмы «Панно в бразильском лесу» вышивается на 14 конве зеленого цвета. Немного добавилось крестиков, да и вышивать мне пришлось немного в этом месяце. Работа очень яркая, не передается на фото почему-то, то и превью не соответствует яркости отшиву. Юлия, спасибо тебе, что открыла мне все прелести вышивального мира. Твои СП вдохновляют на подвиги в вышивке. Я этому очень-очень рада. В этом и цель нашего совместного проекта. Спасибо за участие и удачи. А это готовая работа от Татьяны Шевченко. Татьяна вышивала в нашем СП новинку от Letty Stitch. Вот такие вот птицы с кормушкой. Здесь использовалось 58 цветов ниточек анкор. Размер работы 43 на 30 сантиметров. И вот что получилось у Татьяны. Смотрите, какая яркая, сочная работа. Соответствуют обложке и бэкстич. И все-все очень-очень замечательно получилось. Поздравляем с прекрасным финишем. А это готовая работа от Марины Филипповой. Здесь у нас вот такой очень красивый рушник, кропотливая работа. На этом рушнике Марина вышивала макаш. Как мы знаем, это у нас и берег, и на здоровье. И пишет нам Марина: вот и готов мой рушник. Может, это и не скромно, но сама налюбоваться не могу. Правда, еще не стиран, закончила только 30 сентября. Канва здесь 16 аккаунта, вышивалась очень легко. Проблема была в другом. Из-за простоты схемы часто ошибалась, так как переставала контролировать точность отшива. Старалась сделать изнанку максимально аккуратной. Надеюсь, получилось. До встречи в новом СП. Я думаю, что получилось здесь фотографии и изнанки, и лицевой стороны. И мне кажется, вот так со стороны не отличишь, где что. Все очень-очень аккуратно, очень красиво. Поздравляем с готовой работой и желаем удачи.
У Жанны Офицеровой в сентябре месяце тоже получилось хорошо поработать. И финиши, и оформленная работа, но обо всем по порядку. Во-первых, оформилась работа фирмы Dimensions, коралловые пионы, которую Жанна вышивала также в нашем СП, и вот успела оформить с дорисовкой. Вот такое замечательное оформление, большая, масштабная получилась работа, очень интерьерная. Поздравляем! Во-вторых, завершилась работа от фирмы «Золотое руно». Это прекрасные маки на столе. Вышивка идет на аиде 18 каунта крестиком через одну нить переплетения. Ниточки здесь Мадера 37 цветов. Размер работы 26 на 36 сантиметров. И с этой работой тоже Жанна справилась. Очень все замечательно получилось, яркая работа, фотографии тоже супер, поздравляем. Ну и еще одна работа, которая все-таки успела завершиться в нашем СП, так спешила Жанна, так старалась. Это у нас Мережка, она спит, новинка этого года, вышивка на аиде 16 каунта, размер работы 28 на 28 сантиметров, ниточки с СДМС 40 цветов. Также есть 4 бленда и основа здесь голубого цвета. Пишет нам Жанна, что немножко не хватило времени завершить на первое число, но чуть-чуть с небольшим запозданием все-таки работа завершилась. Работа яркая, сочная, дизайн хорошо проработан. Просто молодцы производители постарались. Ну и, конечно же, Жанна постаралась и так быстро ее вышила. Просто потрясающий результат. Еще раз поздравляю с таким количеством завершенных. Отчет Ирины Силаевой. У Ирины, как всегда, всего много. Ну, во-первых, завершился вот такой милейший зайчик от фирмы Риолис. Дальше из этой серии завершился лисенок. Еще одна небольшая работа от фирмы Риолис. Такой вымпел с лисичками осенний. Прекрасная работа. Поздравляем с финишем. Дальше завершилась работа от фирмы Риолис. Опять же, Риолис. Это у нас воробушки и корзина. Прекрасный итог. Еще Риолис — это беседка. Замечательная работа, достаточно большая, тоже быстренько вышилась у Ирины. Поздравляем с красивой работой, с хорошим итогом. Немного продвинулись рыжие проказники. Это у нас РТО. Здесь вышивка идет по цветам, большой разброс по крестикам, поэтому не сразу видно, где что вышито, но работа подрастает. И еще одна работа, это у нас Абрис Арт, изумруд в бисере. Вот такая фея-бабочка тоже повышивалась у Ирины в сентябре месяце. Прекрасный результат получился. Как всегда, всего много. И финиш, и продвижение. Поздравляем. Спасибо за участие. Отчет Светланы Миловановой. Пишет Светлана. Вышивка по схеме журнала «Формы рукоделия» за октябрь 2012 года. Вышивка по мотивам британского художника Аманды Грегори. Майки Прованса. 21 цвет. Вышиваются на аиде 16 каунта белого цвета. Размер работы 194 на 134 крестика. Нитки здесь смешаны. И ДМС, и гамма, и ПНК. Какие цвета были дома в наличии, такие и пошли в работу. Но кажется, что удалось неплохо подобрать цвета. Расцветает мой мак. Схема несложная, вышивается с удовольствием, хотя и равнодушно к макам, но эта картинка заворожила. Жалко, что не успела его вышить до конца, но после отшива обязательно выложу в группе. Большое спасибо за СП, было приятно провести время в компании чудесных рукодельниц. Спасибо за участие и обязательно ждем готовую работу в нашей группе. Отчет Оксаны Яковенко. Оксана завершила прекрасную бабочку в бисере. Размер работы 10 на 13 сантиметров, 8 цветов в этой бабочке. В бисере 2421 бисеринка. Получилось довольно увесистое изделие, но на магните держится хорошо. Пластик очень тонкий, хорошо гнется, поэтому нитку в конце ряда крепить даже было удобнее, чем на деревянных заготовках. Но на саму работу Оксана пишет, настраивалась долго, долго привыкала, особенно к мононите долго привыкала, но по итогу получилась вот такая красота. А фотографии так вообще получили загляденье. Поздравляем с итогом. Галина Агеева отчитывается по набору фирмы Dimensions.
всеобщее единство, оригинальный набор, номер его 3822, вышивается на аиде 16 каунта, используется здесь 48 цветов ниточек мулине Dimension, соответственно, плюс бленды, и пишет нам Галина. Хоть и не успела завершить работу в рамках СП, но немного продвинула ее в сентябре, и на работе появилась еще одна птичка, парящий орел, а благодаря бэкстичу вышитые животные стали совсем как живые. Вышито еще меньше половины, но благодаря СП работа была начата и обязательно будет закончена. Юлечка, огромное спасибо за организацию СП и чудесные видеоотчеты. Спасибо за участие, за такую красоту. Без вас было бы невозможно организовать этот СП. Спасибо еще раз всем участницам. Ну и, конечно же, желаю, чтобы все работы были завершены. Елена Сметанина также хвастается готовой работой. Это у нас оригинальный набор фирмы Dimensions. Здесь основа идет с принтом, вышивается центральный элемент. Здесь 14 каунт и вышивка крестом в 2 нити, полукрест в 2, в 4 нити. Также есть бэкстич. Пишет также, что нужно быть осторожными с двумя цветами, так как осталось совсем по одной ниточке. Это номер 12337 и 15578. Ну а в целом все замечательно. Работа очень стильная, интересная. Поздравляем! Отчет Елены Каневой. Здесь у нас тоже финиш. Это набор фирмы Dimensions, номер 65153, щеглы, сирень. Аиду 14 каунта Елена заменила на линду 27 каунта голубого цвета. И в этом месяце довышивала, доработала бэкстич, работа полностью завершена. Как же красиво она смотрится на равномерной основе, очень-очень красиво. Еще раз повторюсь и, конечно же, поздравляю с финишем. Отчет Светланы Романовой. Светлана в сентябре месяце добавила несколько работ, также их успешно завершила. Итак, все по порядку. Во-первых, Светлана добавила в сентябре дизайн Марии Боровко, вот такую прекрасную розу, в ней всего около 2000 крестиков, а значит, можно вышить за пару дней. Надеюсь, она не будет слишком сложной. Сейчас выбираю канву, на которой буду вышивать. Так писала нам Светлана в начале месяца и по итогу пишет: прекрасная роза готова. Какая же она яркая, это самый красивый цветок, который я когда-нибудь вышила. Вышивалась очень легко и быстро, бэка много, но он весь счетный и понятный. С удовольствием вышила бы еще пару схем от Мари, но, к сожалению, схемы трудно платить из-за границы. Вот как, оказывается, еще бывает. Вторая работа, которую добавила, также вышла Светлана, это авторский дизайн Элен Маурел Строх. Я не уверена, что я правильно прочитала, вы уж меня простите, розы и незабудки. Вышивала эту работу Светлана на основе 14 каунта ниточками ДМС. Здесь 12 тысяч крестиков. Большие участки зашиваются одним цветом. Ну и, наверное, поэтому получилось все очень быстро. И, кстати, получилось очень ярко и красиво. Вот эти старые дизайны, какие они все-таки романтичные. Ну и также Светлана продолжает продвигать свою гигантскую работу. Это дизайн Stony Creek. Данную схему Светлана сама доработала. Размер работы будет 72 на 58 сантиметров, вышивка на иге 14 каунта нитками ДМС. Ну, здесь 50% уже точно готово. В сентябре месяце Светлана работала с белым бидоном, где будет большой такой скворечник. В общем, дизайн, конечно, очень интересный. Птицы, скворечники, цветы, все яркое, много разных цветов. Потрясающая схема. Надеюсь, Светлана будет продолжать делиться с нами своими продвижениями в группе ВКонтакте. Поздравляем с хорошими итогами. Очень все получилось быстро и чудесно. У Светланы Непомнящей также случился финиш. Это прекрасный дизайн от фирмы Риолис. Вот такое вот окошко. Вышивается на аиде 14 каунта. Здесь у нас ниточки шерсть 24 цвета и мулине анкор 8 цветов. Получилась очень милая, теплая работа. Пишет Светлана, что работа несложная и очень-очень приятная в вышивке. Надеется сделать племяннице подушку из этой работы. Я думаю, племянница будет очень рада. Здесь такие розовые цвета, просто замечательно. Ольга
Важенина отчитывается по набору фирмы Ланарта. Размер этого дизайна 40 на 40 сантиметров. Здесь у нас ткань плотный хлопок 27-го каунта с бледно-зеленым рисунком. Используется всего 56 цветов мулине. Вышивка крестом в 2 и в 1 нить. И вот так потихоньку садик продвигается, крестик за крестиком, участок за участком, растет работа. Очень интересный отшив, работа тоже будет интересная и размер большой. Так что будем ждать обязательно новостей в нашей группе ВКонтакте. Отчет Светланы Минаевой, и пишет нам Светлана. Ура, у меня финиш, работа вышивалась интересно. Монотонный полукрест сочетался с часто сменной ниточек. В области пригорка часто менялись небольшие группки крестиков по 3-5 штук. Маяк получился очень реалистичным. Легкие штрихи боксичек подчеркнули окна на маяке. Небо тоже очень красивое. Спасибо большое, Юля, за поддержку, вдохновение и за организацию СП. Поздравляю девочек с завершением работ и с продвижением процесса. Всем здоровья и удачи! Поздравляем с готовой работой и напомню, что это у нас новинка Letty Stitch, маяк, вышивка на основе Аида Цвайгард 16 аккаунта, ниточки здесь анкор 44 цвета, схема черно-белая, размер готовой работы 24 на 17 сантиметров. Вот такая красота. Еще раз поздравляю. Отчет Катерины Плотниковой, и здесь у нас целых три финиша. Во-первых, это прекрасный роман от чудесной иглы, замечательная работа, красивый результат. Во-вторых, две большие работы, это у нас наборы от арт-класса. Пишет нам Катерина, что комплектация наборов хорошая, канва хорошая, с обработанными краями, разлинованная производителем, две неплохие иголки, нитки, качество среднее, 3,5 балла на 4 балла из 5, ниточки не линяют, схема цветная, символьная, схемы без одиночек, достаточно логичные, комфортные в работе, а вот качество итогового рисунка от набора к набору совершенно разное. Не первые мои работы от этого производителя, и результат был в готовом виде от очень реалистичной картины, ну прямо с 3D-эффектом, до подсолнухов с резкими переходами, недобросовестно доработанными цветами ниток, упрощенные схемы. Но в целом, с кем не бывает, размеры моих работ 40 на 50 сантиметров. Всем участницам привет, Юля, огромное спасибо за канал, за интересный СП, дерзайте, мы с вами. Большое спасибо и спасибо за участие. Работы действительно непростые, но достойные, и часто вот оформление исправляет какие-то недоработки в схемах. Я думаю, что работы по-другому заиграют, засветятся. Главное — найти хорошее оформление. Работы большие, и я думаю, что обязательно должны они украсить ваш дом. Поздравляю с прекрасными финишами. Отчет Натальи Евстафьевой. Наталья вышивала в нашем совместном проекте дизайн Надежды Ильиной. Размер этой работы 300 на 385 крестиков. Очень большая будет работа. Вышивка на Аиде 18 аккаунта. Ниточки ДМС 70 цветов. Из них 32 чистых и 38 блендов. Но здесь вышивка только крестом в 2 нити. И в сентябре месяце работа подросла на 1442 крестика. Но даже то, что уже вышито, видно, что получается очень реалистично. Видны даже капельки росы. Будет потрясающая роса. Конечно же, будем ждать в нашей группе ВКонтакте. Отчет Елены Семеновой. У Елены также случился финиш. Это у нас набор фирмы Риолис «Русские ромашки». Номер набора 1478, размер работы 25 на 25 сантиметров. Вышивка на Иде 14 аккаунта, цвет лен. Ниточки здесь шерсть акрил 25 цветов. И пишет нам Елена, завершила вышивать прелестные ромашки, великолепная разработка от Риолис, результат очень нравится, милейшие ромашки, целая россыпь в корзине. Да, действительно, это просто уже классика, они всем очень-очень нравятся. Поздравляем с прекрасным итогом. И еще один финиш у Елены состоялся, это подушка от Вервака Маки. Вышивка ниточками шерсть акрил, всего здесь 11 цветов, пишет нам Елена. Вот такие
Красивые, яркие майки у меня получились, дизайн яркий, вышивать его было сплошное удовольствие. В этой серии у Вервака много цветочных сюжетов. Планирую вышивать подушки с герберами и пионами. Майки радуют красотой, работа закончена. Очень хочу купить обратную сторону для подушек от Вервака и сшить подушку. Да, конечно, вот такие подушки, я представляю, какие они красивые, уютные, теплые, просто создают замечательное настроение. Напомню, что у Елены есть канал на YouTube, там много всего интересного и все разнообразное, от отечественных производителей до заморских интересных дизайнов, различные сэмплеры и интересные дизайны. Заходите, ссылка в инфобоксе. Отчет Юлии Зверевой. Юля вышивала в нашем СП замечательный тюльпан от фирмы Алиса. Яркий, красивый цветок. Пишет, что, к сожалению, не получилось завершить работу. Осталось всего 7%. Это всего лишь полукрест вокруг цветка, вокруг стебелька. А в целом работа завершена. Ну, ничего, всякое бывает. Главное, цветок-то вышит, и уже можно его и оформлять. Я думаю, уже, наверное, завершился. Поздравляем с хорошим результатом и желаем удачи. И мой отчет. У меня сентябрь тоже оказался продуктивным. Я собрала всю волю в кулак и завершила целых две работы. Представляете, во-первых, это набор фирмы Джанлин, 4 сезона птиц. Размер работы 25,4 на 45,7. Основу здесь я заменила на Еву от Обельхорн 28 каунта. В наборе используется 36 цветов ниточек мулине. Я думала сначала, что это ДМС, но потом мне кажется, что это не ДМС, это свои нитки у фирмы Джанлин. С этой работы у меня было очень сложное начало, сложная схема, много 3/4 креста, дробный бэкстич и много разных сложностей тормозили этот процесс, но я взяла себя в руки и, знаете, работа пошла, завершилась. И к моему удивлению, это одна из немногих работ, которую часто хочется вот брать, рассматривать. Эти картинки, они такие яркие, влекут к себе. Просто потрясающий результат. Я довольна, что я справилась. И спасибо нашему СБ. И второй финиш – это набор фирмы «Чудесная игла», «Ласковый май». Размер работы 32 на 32 сантиметра. Здесь у нас аида светло-серого цвета. Я ничего не меняла. И вы знаете, для этой работы эта аида очень хорошо подходит. Я думаю, что можно оставлять и не менять на равномерку. Использовала здесь 38 цветов ниточек фирмы «Гамма». В принципе, ниточки неплохие, за исключением нескольких цветов, которые плохо себя вели, перетирались, путались, ну а в целом ниточки были хорошие. И работа вышивалась очень шустро, бодро, интересно. Конечно, когда вышиваешь только одну работу, где-то устаешь, но в целом вышивалась очень-очень хорошо. Даже сложный какой-то бэкстич, он преодолим. И поэтому могу всем рекомендовать, у кого этот набор лежит в запасах, в закромах, обязательно вышивайте. Огромное удовольствие, особенно от итога. Прекрасный получается результат. Вот такие у меня финиши. А на этом у меня все. Большое вам спасибо за участие. Скоро у нас будет розыгрыш. На этом хочу всех поблагодарить за участие, пожелать вам удачи. Я понимаю, что всех не смогу наградить, у нас не так много спонсоров, но самое главное – это участие, это наш вот дружный коллектив, я думаю. И наши работы вышиваются. Желаю всем удачи, шустрые иголочки, до новых встреч и всем пока-пока. Также хочу поблагодарить нашего спонсора Анну Маркину. У Анны есть канал на YouTube, называется Nyuta Handmade, также есть магазин в Instagram. Анна занимается не только вышивкой, но также и текстилем. Различные органайзеры,
сумки, также оформление блокнотов и другие интересные изделия из текстиля. У Анны, как я и сказала, есть канал на YouTube, можно посмотреть, ознакомиться с творчеством Анны, красивые вышивки, интересные дизайны. И вот какой-то такой органайзер Анюта специально сошьет для одной из победительниц нашего СП. Данный подарок мы разыграем рандомно, и кому-то повезет. Вот такие вот у нас новости. Спасибо Анюте за поддержку.